Я говорил по поводу событий 86 декабря. Не случайно я Кайрат Рускулбек упомянул. Когда в чате кто-то написал, что вы недооцениваете участников 86 года, благодаря им произошел развал Советского Союза, я сказал такие слова: ребята, не надо искусственно героизировать людей, которые к этим событиям не имеют никакого отношения. Советский Союз распался не потому, что в 86 году молодежь вышла на улицы, и поэтому Советский Союз распался. Не надо искусственно героизировать, искусственных батыров создавать. В нашей жизни их и так предостаточно. Тех людей, которые сейчас власть пытается посадить в тюрьму. Сегодня шли процессы над тремя женщинами и одним мужчиной. И сколько людей у нас эта власть посадила в тюрьму, это настоящие герои. И их дела, их заслуги, и они вот перед нами. Не надо искусственно героизировать там, где они в этом событии никакого отношения не принимали, имеется в виду к развалу Советского Союза. Не нужно придумывать искусственных героев или батыров, которые 200-300 лет были, которые просто вы воспринимаете, слушаете по легендам. Единственное требование, которое было в 86 году, это было требование, чтобы во главе республики стоял казах. Это мы все прекрасно знаем. Я сказал, что мы знаем, что эта молодежь была репрессирована. Эта молодежь в тот момент проиграла. Мы, безусловно, их считаем героями, но они проиграли. Я сказал следующие слова. Если мы хотим победить, мы должны иметь программу, мы должны иметь сильную организацию, мы должны реально победить, а не героизировать, придумывать искусственных героев по тем событиям, к которым они никакого отношения к этому не имели. И сегодня Ермек Нарымбай начинает придумывать, вырывать из контекста слова, говорит, что вот я так сказал, или эдак сказал, как, собственно, и Мамай. Обратите внимание, один агент КНБ, человек, который топил за Косанова, другой якобы не топил, дает ему интервью, они оба синхронно двигаются и начинают озвучивать какие-то слова. Начинают придумывать, что якобы я из-за фотографий сказал, что он Косанов проект 2. Нет, Жамбулат, не поэтому. И ты прекрасно знаешь, почему. Сондықтан мынау желтоқсан оқиғасына да қатысты айтыпсың, ол желтоқсан оқиғасына қатысқандардан қаһарман жасамау керек деп. Енді бұл бұндай сөздерімді сен қалың қазақтың ортасында отырып айтсаң, ол енді өте бір ұят нәрсе болар еді. Мен білмеймін ол қалай қабылданатынын, бірақ енді ондай сөзді айтудың өзі, адамның аузының баруының өзі мынау ұлттық тамырдан ажырағандық, бір ұлттық рухтан ажырағандық болар. Өйткені желтоқсан оқиғасы туралы мен өзім фильм түсіру, арнайы фильм түсіру, осы туралы зерттеу, ол менің мақсатым, арманым. Мен осы туралы, осының шындығын ашқым келеді. Өйткені бүгінгі билікте отырған адамдардың барлығы да әлі күнге шейін осы желтоқсанның ақиқатын ашуға мүдделі емес. Желтоқсанның ақиқатын ашуға, Жаңаөзеннің де ақиқатын ашуға. Сондықтан мынау қазақтың ұлттық рухына қатысты, тарихына қатысты мәселелерді білмесең, айтпағаның жөн. Өйткені қазақтың арасында, қазақтың шамына тиіп, қазақтың арасында осындай бір сөз таратудың өзі өте дұрыс емес.